Занятия для здоровья активных людей старшего поколения прошли в одном из крупнейших фитнес-центров Твери. Пожилые люди изучили основные принципы пилатеса – правильное дыхание, плавность и точность движений, а также выносливость. Мероприятие проводилось в рамках проекта партии «Единая Россия. Старшее поколение». Во время занятия людям старшего поколения под присмотром инструктора показали технику выполнения базовых упражнений пилатес. Они направлены на восстановление подвижности суставов, улучшение работы позвоночника и укрепление глубоких мышц тела. На занятиях тренер внимательно следит за выполнением упражнений. Их делают в определенном порядке, одно за другим, мягко сменяя нагрузку. Такой подход не позволяет быстро уставать. Лежа на реформере восстанавливали подвижность тазобедренного сустава. У людей старшего возраста возникают различные заболевания. Артрит, артроз, тазобедренный сустав. Движение – это жизнь. Людям должно быть комфортно двигаться в старшем возрасте, поэтому мы в первую очередь восстанавливаем подвижность суставов, улучшаем гибкость, да, и болевые ощущения уходят, и люди могут с улыбкой гулять. Специалисты отмечают, что регулярные занятия по методике пилатес приводят к благоприятным изменениям. Улучшается подвижность суставов, появляется упругость в мышцах и гибкость, улучшается кровообращение. Своими впечатлениями поделились представители старшего поколения, которые впервые пришли на занятия. Это полезно. Не каждый день этим занимаешься. Так что кости застаиваются, а тут вполне их возвращает в прежнее положение. Тренер очень внимательный. Болит это плечо, она тут же перестроилась на левое и сделала все так. Я себя чувствую прекрасно. Мероприятие организовано в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Депутаты Тверской городской думы проводят акцию совместно с фитнес-центрами MyFit. Для участия привлекаются активисты городских ветеранских организаций, которые готовы заниматься спортом. Мы вот, работая с ветеранскими организациями, предложили им принять участие в такой акции. Сегодня вот первая группа ветеранов пришли в этот зал посмотреть, познакомиться с тем, что здесь можно и чем заниматься. У нас есть определенная договоренность с сетью вот фитнес-залов. Они выделяют для ветеранов бесплатные абонементы на определенное время. В этот день сотрудникам фитнес-центра и ветеранам от Тверской городской думы были вручены книги о здоровом образе жизни, физической активности и долголетию.